Продолжаем. 7 лет тому назад примерно вышла ваша автобиография, называлась «Сломанная музыка». Я читал ее. Это не веселая книга, а я бы сказал, очень печальная даже. И я слышал, что у вас была депрессия в течение 2 лет после выхода книги. Это так? И почему? Она пробудила множество воспоминаний, чувств, эмоций, которые я много лет подавлял. И описывая их, я должен был снова прожить все это. Это была прекрасная психотерапия, но уж точно совсем неприятная. Это было сложно, тяжело. Сегодня я рад, что сделал это. Прошло 7 лет, и я чувствую, что этот опыт обогатил меня. Думаю, что я смог объяснить, кто я. Мне было неинтересно писать о славе, поэтому книга заканчивается на том, что я становлюсь известным. Ведь никто не знал моей истории. Обо мне было написано много всякими разными таблоидами, просто истории. Я читал их и думал, нет, это не я. Я должен рассказать миру, кто я. А я — это паренек из рабочей семьи, из Ньюкасла, который упорно работал, чтобы добиться того, чего хотел. Вот эту историю я хотел рассказать. Это не была радостная история. Мое детство не было радостным.